Азербайджан готов увеличить экспорт алюминия в страны СНГ, в том числе и Россию. Его производит предприятие, которое находится в Гяндже. Оно единственное на Южном Кавказе, которое изготавливает первичный алюминий. Хаял Юсипзаде побывала на производстве. Глинозем с Ямайки превращается в первичный алюминий. На электролизном заводе его засыпают в специальные ванны и пропускают через раствор ток. В результате на дне собирается металл в жидкой форме. Наша продукция экспортируется в Китай, Европу, Америку и Россию. И у каждой части света свои стандарты. Поэтому у нас производится алюминий по 4 стандартам. На втором этапе алюминий из миксерных печей заливают в чугунные формы. Здесь из него получают слитки и рулоны. На третьем производстве металл проходит последний этап очистки. Для России запущена отдельная линия. Это производство слитков и рулонов по ГОСТу. Длина одного – 300 метров. Вес – больше 20 килограммов. Кроме России, стандарт ГОСТ отправляется и в другие страны Содружества, на Украину, в Беларусь, но большая часть именно в Россию. В минувшем году общий товарооборот между Азербайджаном и Россией достиг 3 миллиардов долларов. Экспорт увеличился на треть. Доля металла в нем больше сотни миллионов долларов. В этом году заказы на экспорт металла увеличились вдвое. Предприятие планирует поднять производство алюминия до 200 тысяч тонн в год. В ближайшее время на территории комплекса установят линию горячего проката алюминия и будут выпускать 85 тысяч тонн в год. Хаял Юсипзаде, Камран Гусейнов, Хикмет Гуламов, Мурат Гусейнов, Мир 24. Фундамент предприятия в 2008 году заложил президент Ильхам Алиев. Сейчас Азербайджан экспортирует алюминий в 15 стран.